Поставщик металла Coob Steel обманул Toyota и Mitsubishi. Японская компания Coob Steel заявила об искаженных характеристиках алюминия и меди, произведенных фирмой для сторонних покупателей с 1 сентября 2016 по 31 августа 2017 года. Речь идет об около 19 тысячах тонн алюминия в прокате, 19 тысячах алюминиевых отливок, а также 2200 меди, поставленных примерно 200 компаниям, в числе которых концерн Toyota и Mitsubishi Heavy Industries, разрабатывающие пассажирский авиалайнер Regional Jet. Искаженные данные о прочностных характеристиках металлов обнаружены в ходе внутреннего аудита и, как заявили в компании, были допущены некоторыми сотрудниками, на которых не было оказано давление со стороны руководства, чтобы уложиться в сроки поставок. Реагируя на признание Coob Steel, Toyota начала собственное внутреннее расследование, касающееся безопасности капотов и других ненагруженных деталей автомобилей, для производства которых был использован поставленный компанией алюминий. Mitsubishi Heavy Industries заявила, что обнаруженный факт подтасовки данных не отразился на прочности лайнеров. В 2016 году Coob Steel оказалась в центре скандала, связанного с подобными нарушениями, выявленными в выпускаемых на предприятиях компании нержавеющих сталях. Сейчас в центре внимания оказались, по крайней мере, 4 предприятия компании в Японии. Несмотря на создание контактных групп с пострадавшими, глубокие извинения и обещание информировать о ходе расследования, повторное появление такой ситуации говорит о том, что подобные сбои не случайны. Источник: Оторвью. По материалам сайта newsgra.com.